Волонтеры объединения «Спектр» организовали ярмарку веселых гостей для ребят из реабилитационного центра «Меридиан». Мероприятие прошло в рамках «Недели добра». Анастасия Паршенкова заканчивает медицинский колледж. Времени хватает не только на учебу. Сегодня Настя в образе Бабы-Яги пришла в гости к детям в реабилитационный центр «Меридиан». Да, волонтер со стажем уже 4-й год. Не изменяя традициям, я состою в волонтерском объединении «Спектр». Волонтер – это состояние души. Не может быть такого, что что-то нравится или что-то ты должен иметь от этого дела. Это именно то, к чему лежит душа. В «Меридиане» были, да, очень много раз, также в других онкологических реабилитационных центрах. Участники праздника – ребята с ограниченными возможностями здоровья. Различные мероприятия организовывают для них в «Меридиане» довольно часто, но они всегда искренне радуются новым встречам. У нас регулярно, то есть на протяжении года проходят мероприятия в этом центре, и уже многие дети стали для нас уже друзьями. Волонтеры многих уже знают по именам, и, конечно же, детишки с радостью встречают волонтеров. На празднике доброты волонтеры дарят ребятам подарки и, конечно, делают общее фото на память. Мне понравилось, что были много разных видов героев, с которыми можно было поговорить и выполнять задания, которые для нас подготовили. Ты любишь вообще сюда приходить на праздник? Да, мне очень сюда нравится приходить. Спасибо за праздник, он был очень интересный. Спасибо.